Всем привет, с вами Андрей Санар. Очередные новости с производства Time Trial. Вот наш моторафт, который получил новую корму, которая гораздо сильнее закаячена. Что это даст? Это даст то, что корма не будет за собой тащить воду, и рафт будет быстрее и лучше выходить в глиссирующий режим. Если вот так вот подумать, рафт в глиссирующий режим, вы что, люди? Ну, тем не менее, да. Это глиссирующий рафт. Лодка, которая после вот этой сделанной доработки будет еще раз испытана и пойдет в серию как спасательная лодка. А тут вечер моторных лодок. Моторный рафт. А здесь готовится бомбер в наших фирменных цветах. Напомню, это очень интересная лодка с днищем высокого давления, именно со вкладышем. Вот лежит отдельно вкладыш. Он имеет небольшую килеватость в носовой части. А дальше идет уже донышко плоское. Этот вкладыш укладывается в кокпит. Удерживается там специальными ограничителями. Получается жесткая конструкция, из-за которой лодка идет легко и непринужденно. При этом вся лодка весит всего 28 килограммов, из которых 7-килограммовое донышко можно оттуда достать. И будет разбитый по весу комплект 21 килограмм плюс 7 килограмм. Гром 400, тот самый мой громчик. А здесь байтботы в процессе производства. Пришла осень, начались байтботы. А вот здесь не байтбот, здесь кабот Уран. Большая наша моторная экспедиционная лодка готовится. Уран уже отлично зарекомендовал себя как большая экспедиционная речная лодка. Ну, наверху стандартный суповой наборчик. Веги, фишкаяки Эва, варвары. Вот такие мощные зимние санки. Отличные волокуши, как вариант, вместо пластиковых. Прочные, защищенные, плавающие по необходимости. Ведерко Рыбакан. Однозначно советую. Супер ведра для рыбы. Из них рыба не выскочит, потому что ведро конусное, и рыбе некуда выскакивать. Крупная рыба ложится в рыбакан колечком. Некрупная рыба равномерно заполняет рыбакан снизу. В ведро влезает примерно 15 килограммов рыбы. Вот очень интересные зимние санки с посадкой мотоциклетной. Ездить на таких одно удовольствие. Фиштроны Эва в черном и белом цветах. Засилье синих лодок. Лешка, бигфишпак, еще один бигфишпак. Слушай, там лешка-то вообще кривая получилась. В сварочном цеху все по-прежнему, варятся покрафты, варятся лодки, работа кипит. Классные ватрушки из лодочной ткани, однозначно рекомендую. Быстро надуваются, легкие, надежные. А вот это похоже на бомбер, но не бомбер. Это готовится лодка для гидроцикла. Гидроцикл туда въезжает и начинает работать в качестве лодочного моторчика. Ну все, пошел работать. С вами был Андрей Санар. Всем пока.